Господа, у вас есть последняя возможность извиниться, иначе последствия дуэли будут просто ужасные. Вы, наверное, знаете, что Денис Давыдов, во-первых, отличный стрелок, а во-вторых, очень часто дерется на дуэлях. Ни за что. Выбирайте оружие. Ну ладно. Только потом не говорите, что вас не предупреждали, хорошо? Петруш, уведи лошадей. Зрелище не из легких. Выбирать оружие. Денис, не надо. Я прошу, ну как же, своих-то зачем? Художник Вырубель, Денис Давыдов дерется на дуэли.